Добрый день, друзья. Добрый день. И сегодня мы хотим анонсировать завтрашнюю программу «Отношения, родовое наследие». Как освободиться от прошлого, как освободиться от рода и кармы, и в то же самое время, как не потерять то родовое наследие, которое мы хотим иметь в виде талантов, даров и так далее, и так далее, и так далее. Давайте мы разберем все подробно на курсе, что есть благо, а что есть избыточная нагрузочная информация, которая мешает вам быть здоровыми, счастливыми, успешными и так далее. Как влияют родные на вашу жизнь, из чего вы выстраиваете отношения, есть ли там целостность принятия себя и так далее. Мы разберемся с собой, разберемся с вашими отношениями, разберемся с вашим родовым наследием на курсе. А самое главное, мы начнем работать с сутью человека, и мы разберем алгоритмы работы с сутью человека, с основным информационным носителем человека. Мы сделаем перезагрузку и, в принципе, выведем вас в осознание всего того, что несет вам род. Для того, чтобы выйти с родом и с кармой в благодарность, в искренность, завершить наследственные игры и создать на этом месте свои в любви, радости, в здоровье и счастье. Ведь суть игры – быть счастливым. Вот что, к чему надо прийти. К счастью и жить в счастье. Вот к счастью мы и придем. Да. И к благодарности родным, близким, ко всем остальным. Действительно благодарности, а не просто как от рода получить и только бы не потерять. Да. А от рода мы в таком случае получаем совсем не то, что мы рассчитывали получить. Итак, кому разобраться интересно с родовыми программами, с отношениями и посмотреть действительно честно, искренне на то родовое наследие, которое мы получаем. Ведь зачастую то, что мы называем и считаем даром, от этого хочется бежать и прятаться. Но мы же этого не осознаем. Каждый мечтает, там, чтобы мне по роду достались магические способности, а на выходе это порабощение сознания. И мечтаете ли вы о порабощении сознания? И так далее. И вот эти все подмены, обо всем этом мы поговорим и глубже на курсе. Если вам это интересно, подключайтесь. Отношения, родовое наследие завтра стартует в 19 часов в записи с платформы subretion.com. 3 дня с 19 до 22 часов – это возможность разобраться с отношениями, с родом и вывести все в благодарность. До встречи, друзья. До встречи.